Суббота, 7 часов утра. Пока не стало слишком жарко и людно, мужчина, который приехал отдыхать к родственникам, решил сам спуститься к морю. Он зашел в воду чуть выше пояса, но поплавать ему не удалось. Прямо в воде у него случился инсульт. Благо, рядом оказался Никита. Пляж, на котором Никита спас мужчину, находится в Бурлачьей Балке. В тот день парень пришел на море, чтобы наловить крабов. И тут увидел мужчину, который лежал на спине и кашлял. И, не задумываясь, пришел на помощь. Я его обхватил за грудь и вытянул на берег. Потом ко мне сразу вот побежали люди и вызвали скорую. И так ничего не делал. Сразу его поставил на правый бок, чтобы вода, ну, из легких вышла вода. Скорая приехала быстро, и мужчину доставили в больницу. Сейчас он проходит курс реабилитации и не перестает благодарить Никиту за то, что тот спас ему жизнь. Он выехал, я пожал ему руку. Он сказал мне большое спасибо, обнял меня. И также мы поговорили с его женой. Между тем, спасатели констатируют, несмотря на предупреждение, количество тонущих отдыхающих регулярно растет. С початку летнего сезона на воде загинула 21 людина. Сумна статистика. Загинуло 2 дитини на воде. Поэтому в очередной раз напоминают, нужно отдыхать в местах, где есть дежурные спасатели, не заплывать за буйки, не ходить на море в одиночестве, не прыгать с пирсов и не купаться, если употребили алкоголь. Потому что не всегда такие ответственные и подготовленные люди, как Никита, смогут оказаться рядом. Нарина Щеглова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».